20.30, время новостей на Первом Приднестровском. Это КЭП, добрый вечер. Ковид не отступает. Число заболевших растет. Накануне 82 новых случая. С начала пандемии почти 53 тысячи инфицированных. Ковид-госпитали в Рыбнице и Слободзее загружены на 90%. Накануне открыли резервный корона-центр в Бендерах. Врачи готовятся к новой волне. Столица, станция скорой, звонок за звонком, за сутки порядка 200 вызовов. Не успела бригада приехать на базу, опять пора к больным. На процентов там 15-20, может, вызовов больше. Средняя нагрузка на бригаду 18-20 вызовов. Если сравнивать с декабрем 2020 года, то средняя нагрузка на бригаду была 30 вызовов. Достигали количество вызовов до 35-38 в сутки. Но это физически практически нереально выполнять такие вызовы. Люди буквально падали после суток от усталости. Корона-затишье закончилось, новая волна близко, говорят врачи. Они больше года работают на пределе. Скорая – это в основном молодые специалисты, но и они устали. Из-за педиатров работают, из-за психиатров, из-за кардиологов и реаниматологов. Мы их как раз и готовим после университета. Полуторагодичная специализация послевузовская. Первичная интернатура, мы их готовили под себя. Конечно, большинство из них, я могу сказать, что они хорошо подготовлены. Работают на новых скорых. Машины укомплектованы. Дефибрилляторы, капельницы, баллоны, носилки. Парк за последние годы обновили. Вот в таком реанимобиле есть и аппарат ИВЛ. В машине укомплектованы 4 10-литровых кислородных баллона внутренней разводкой. Они подходят к двум кислородным розеткам. Вот, которым подключен один аппарат, этот флоуметр, и аппарат искусственной вентиляции легких. Вот, в любой момент можно открыть баллон, открыть в течение, буквально это делается в течение 10 секунд, и идет подача кислорода. К новой волне короны вы готовы? Да, конечно. Мы ее ждем. Мы ее ждали, честно говоря, в сентябре. Ну, вот так, сейчас по прогнозам, вот сентябрь-октябрь, так что мы готовы. Помочь врачам может каждый из нас. Спасение, прививка, курс вакцинации у нас завершили почти 94 тысячи человек. Но этого мало. Ковид-цифры растут. Эпидемиологи говорят, вакцинироваться надо быстрее.